Пряником, да, короче, в чем прикол был? Короче, пидорас в нашей команде, да, который слился первый. Даже не знаю, кто это мог быть. В каком смысле? А, в вашей команде, что-то я в взводе что-то подумал. Я про механику. В общем, даун, который сдох в нашей команде первым, сука, разослал всем буквально одну и ту же. Удалите нахуй игру, играть не умеете, блять, и так далее. Короче, я такой смотрю, такой, понятно. Раки в атаке. Как его звать-то, блять? Сука, дай вспомнить. Забыл. Короче, типа, блин, топ-клан, 51% побед. Я такой думаю, ясно. Смотрю, он, короче, это... статист. Думаю, понятно. То есть и оленеметр стоит, и все стоит. Пипец. Мне, знаешь, я не вижу смысла, на какой хер ставят люди оленеметр, да? Походу, они... Ну, так. Понимаешь, блин, меня это бесит. Знаешь, в каком смысле? Сразу начинают это писать. Ой, все, мы проиграли, у нас раки и так далее. Уже сами это... сами себя и сами команду уже это... Они... Мораль понизили. Лёх, они... Они рассказывают тебе много нового о самих себе. Да. Вот я все время так думаю, говорю себе, когда меня начинают что-то обзывать, я говорю, о, как много вы о себе много рассказываете нового мне. Спасибо, ну, буду вот знать. В общем. Годы травли в школе не прошли зря. Твои. Тебя травили ты или ты кого-то? Да, меня. Че это? Дебила. Ну, понятно. Так что особо мне нормально там любого. Нормальная фраза. Будь позорно проиграть. Господи. Единственное, позорно проиграть, если ты. Понял. После того, как ПЗ-1С пострелял, я понял. Что этот бой закончится не в нашу пользу. В кого он стрельнул? А он просто стрелял на какой-то хер. О, ничего себе. Мне больше всего нравится то, что, блин, это пишут в комментариях так, под видео World of Tanks, типа, блядь, удалите игру, нехер это, играть раковать, да? А чё, слушай, мы играем чё, на стату какую-то? Нам повеселиться. Мне больше всего, знаешь, что нравится, типа, блин, это, типа... Настолько профессионалы играют, да? Настолько профессионалы пишут. Вообще. Я просто херею. Слушай, напиши спасибо, что ты рассказал о себе много нового. Так. Это долго и нудно. Что-то там в меня стреляет? Слушай, он какой-то глючный. Слышь, там. Глюк, а ну вышел. Там вон. Вон, Матильда. Видишь, как... О, сверху, девушка, матрешка. Ну ты, кстати, туда зря поехал. О! Опаньки. Подожди. Лёха, я не такой... Ну, это что, я тебя убили? Не. Живи пока, я хочу. Я охренеть. А куда он меня пробил-то? Офигеть, у меня в этот... Спойди. Бешеная ТЛТшка. Ты чё такая долбанутая-то? Так.
Идиоты, я на себя их отвлекаю, они это... Так, ты где там? Фигу стреляют. Короче, СТВЗ вражеская, да? 39, она... Короче, голодная, ну ты понял. А вот этот ковенантер, да? Жопотрах. Ясно. И жопонюх. Так. Ладно, урон хотя бы. Мне тоже что-то там было. Так. Так, а, я забыл, что там. Ну хотя и мы такие, чё ж, подержи. Так, Лёх, я что-то забыл, мне на вот Т-34-85, мне надо перестраиваться куда, на Т-43 или на КВ? Ой, сейчас... А, на Т-43, на Т-43, сейчас. Потому что другого нет. Нет, другого просто сейчас, нету. Сейчас тебе скажу. Т-34-85, да, на... Т-62А, да? На Т-43. В смысле? Ну, с Т-34-85. А? Конечный, должно быть Т-62А, да? А, с Т-34-85, что ли? Ну да. Сейчас тебе скажу. Ну я просто Т-34 пошел, вот как ну, ты говорил. Ну, как бы да, Т-62А, да. Так, а в немцах куда мне идти, так, значит? В немцах? На ДВ-2, потом на куда? На... Ну, с ДВ-2, ну короче, если по ветке вперед? ДВ-2, да, то просто да. Тупо вперед до Е-100. А, до Е-100? Да. А я иду по ДВ-2 до Е-100. Ууу, ничего себе, махина-то. О. Нормальная. Офигеть. У меня, оказывается, есть ПЗ-4H. Я могу взять, блядь. А когда? Никто не сказал. То, что она... Я ее вообще могу взять, я тоже не знал. Я на ней катал? Не, я на этой машине тоже не катал. Мне интересно, Type 5 Heavy посмотреть. Ой, вообще, знаешь, самое жесткое будет это вот... Да Е-100, это вот самое жесткое, это Тигр 1, Тигр 2. Это самые боль машины. Ну, то есть мне на Тигров, да, Пантера нет смысла брать вообще. Ну, это... Е-100, как по мне, да, я когда смотрел. Вот самые такие жопа бронированные, да, у немцев, это Маус и Е-100. Самые дамажные, ну именно по десятым, да, это Грыль, Як-ПЗ. А среднячок это Е-50М, Леопард 1. Ну я, честно говоря, мало кого видел на Е-50 и на Леопарде. Слушай, а может мне на Е-100 и на Е-50М? Ой, ну это как ты, это как хочешь, знаешь. Потому что вот с ВК-шки этой какашки. А, мне тебе все равно надо будет идти на ВК-30. Не, ну так-то, ну так, это. Ну, да. А я также хотел, честно говоря. Но опять же, как я играю в танки. Лёха, я ж все равно сам не играю. У меня тут агент сидит. Ну у тебя батя играет, а, ну, да. А у меня я играю, блядь. Слушай, может ты своего тоже подсадишь? Он меня нахуй пошлёт, скажет, зачем мне твои 2 пикселя, блядь? Вон мой танк на стоянке, сука, стоит. Эй, блядь. Зачем мне то, что не существует, да? Вот именно. Я возьму то, что уже есть, вон, говорит, стоит. Да. Так. Знаешь, ты смотрел аниме «Танкистки»? Нет. А, выходили на брекутюсья. В общем, короче. Так, давай. В общем, короче. Мне больше понравилось, как они искали танки, их
их собирали, чинили и так далее, да? Куб танкисток делали, как-то, ну, создавали. Короче, блядь, мне больше всего понравилось. На картинке показывали, чуть ли, они не полуголые моют, да? А в аниме показывали, то, что они чуть ли не в бронекостюме, нахер. Ну ладно, я за ДВ-2 еду. Спади, помилуй меня грешного, пожалуйста. И после этой фразы обычно что-то случается, знаешь. Когда я что-то пью, да, так что-то говорю, и потом... Лёха, зажимай! Ах, пидорас! Ах, не хочешь по-нормальному, вот. Зажали. Ну, мне больше всего, знаешь, понравилось. Танки показывали там, да? Более быстрыми и более маневренными и более, блин, более непробиваемые, блин. В игре же все не так. Игра ложь. Да, в игре пиздят. Что брони что-то маловато. Должно отражать с первой же попытки. Да. Знаешь, как в этом War Thunder я играл пару боев. Я вообще в танк, не играл в Thunder. Ну, там я чуть пару боев. Я прошел обучение, такой плюнул и забил. Пару боев в режиме танков играл, да? Короче, там... Кстати, там немножко получше. Давай. Там чуть получше. В том смысле, то, что, блин, это... Физика, все такое. А, кстати, да, вот там... у меня друг мне играет, так скажем. И говорит, вот у нас же поставил, можно поставить на густую, выстрелил в одну и все, стоишь. А у них выстрелил, все, ты можешь двигаться, но ты будешь крутиться вокруг. Ну да. Починить густую ты не можешь, по-моему. Нет, починить-то можешь вроде бы. Не, ну я точно не знаю, я особо не играл. Да вот я тоже не помню, что я. Он меня просто тащил туда, типа, ого. Какое. Нет у меня ее. Лёша, уйди. Ты вот, это чё? Это чё такое? Лёха, пожалуйста. Лёха, я вижу, ты дурачишь. Лёха. Ай, поставь, вот ты 50, Лёха, на гуслю. Ай, на тебе еще раз. А я горю. Я потух. Да, давай. Я скотина, да. Я еще та скотина, которая любит на гуслю ставить. Да ёб твою дивизию, мать, заебали. Сука, ну и где ты? Ответь мне, пожалуйста. Блин, чуть выше. Ну где-то та сука, которая меня, блять, это в конце все-таки решила добить. Лёха, ты видишь, я то 150 добиваю. Ну ты 150 в шоке, походу. В маленьком. Такая, ёб твою дивизию, мяк тут стреляет, ёма. Он меня без урона один раз и два не пробито. Знаешь, ДВ-2 против ДВ-2. Мужчина, проезжайте, я только после вас. Он на меня смотрит? Он... Тихо. По-моему, он... да, на тебя смотрит. Блин. Ай! Аншмандранхир! Короче, я понял. Побеждает тот ДВ-2. Который выставит чиха, ну вперед! Который выстрелит первым, блядь. И пробьет желательно еще. Тихо, я за чиху. Чиха. Обчхуй, короче. Ай, больно. Мужчина, вы мне бьёльны делите. Бьёльня. Мьёльнир. Вы мне Мьёльнир. Мьёльнир ко мне. Мьёльнир, ко мне! Мьёльнир, я тебя призываю. Кстати, кто-то тебя не пробил сейчас. Кехи. Он оттуда
спереди откуда-то. Я вот тут уже встану, а то там, блин. Товарищ, вы же понимаете, вы умрете. Знаешь, если они сейчас вдвоем выйдут, но уже не вдвоем, там, по-моему, больше народу сейчас будет. Стоп, я один? Нет, еще Т-40. А, вон ДВ-2. А Т-40 вообще сидит. Что-то вообще... О! Фу, вообще охренеть, Т-40 что вытворяет? Ой, что вытворяет? Ну, там трое. Ну, я говорю, сейчас минус ты будешь. Нахрена ты выехал? Блин, я перезарядку не успел считать. Блин, там перезарядка максимум 5 секунд, блин. Чё ты хотел? Я что-нибудь хотел. Денег хочу, много. Тебе денег не дадут, ни хера. Тебе по башке дадут. Максимум. Так, значит... Квалды. Ну, чё? Ну, процент 89 по проценту. Вперёд, товарищ! Нас ждут великие дела. Нас ждут, да, после... Знаешь, после фразы ждут великие дела, мне вспоминается Half-Life 2. Вторая глава, блин. Эпизод, что ли, второй? Не, глава именно вторая. Это в портале-то или что? Доктор Кейнер говорит. Финальная... Там финальная стадия. Вас ждут великие дела, блядь. Ну, я вообще как-то забыл про него. Я хорошо давно не проходил. Надо, кстати, пиль пройти не будет. Ты шо... А, ну да. Ну, для самого себя. Я вот Half-Life 2 апгрейд проходил для канала, да? Я, честно говоря, мне когда до середины дошел, я, честно говоря, прифигел. Думал, ну, может, забить нафиг. Кстати, вроде есть это... Half-Life первый даже, там этот, такого. Ну, Black Mesa, короче. Black Mesa, да, вот это вот. Это первый Half-Life, только... Я графонистый! Да. Не знаю, что кому эта графика важна вообще? Я вам могу первый тех Half-Life даже пройти. Да я проходил для канала первый Half-Life еще, блин. Когда у меня были проблемы с звуковыми драйверами. И, блин, у меня вообще с компом была полная запара, блин. Кстати, я в шоке, у меня комп, я думаю, блин, Волк, ну, не потянет. Ты думаешь, я, блядь, не охуел, когда он меня потянул? Я такой... У тебя GTA 5 потянуло, У меня... Я охренел, когда у меня GTA 5 потянуло. Слушай, может мне тоже... Ну, GTA 5 надо будет купить как-нибудь вообще. Просто так для... Инвентаря. Господи, две штуки тратить только для того, чтобы для инвентаря? Не инвентаря, а этого, для библиотеки. Потом, когда скидка будет, наверное, будет какая-нибудь. Долбанутый, что ли? А чё, потом её покупать, что ли? Хотя, да, можно потом GTA 6 выйдет, она обесценится, будет стоить 500 рублей. А, будет тебе 500 рублей. Блин, Лёха! Спасибо, мой маленький монохромный друг. Всегда пожалуйста. Всегда рад помочь. Друг меня не бросит. Вот что значит настоящий верный даун, блядь. Лёха спасает. Мне больше всего нравится, сейчас смотрю, картину Репина. Наши где-то уже вот трое слились. Где трое они слились, хер узнает. Ну, пац, пошли, может. Так, ДВ-2, я не вижу ДВ-2. Вижу только ДВ-2. Ой, наконец-то хоть кого-то мы слили. Мы просто покататься решили, я даже не выстрелил еще. Даже холостым не выстрелил. Лёха, ты прикинь, даже холостым. Чё, в холостую любишь стрелять, да? Да хватит кота, оставь кота. Он потом тут бешеным будет, когда... Так, Лёха, давай. Когда будет бешеным, он такой... Вот Лёха знает, каково иметь рыжего кота, да? Да, рыжий Катя, такие пидорасы. Ага, особенно в горшке любит сидеть с цветом. Да.
Репортажи можно про это делать, да? Репортажи со дна, кот сидит в горшке! Мешок, сенсация еще. Отвлекай, отвлекай на себя, отвлекай. Слюкин фашист! Держи, фашист! Зольсин Бабайкин! Я за камнем, я за камнем, ты меня не видишь, мужик. Жопин пиздейтон! Васин... Слушай, ты чё за зеркальное отражение? Васин Собайкин! Сюда вылезает он! Да кто меня в жопу трахин-трахин делает? Ой, я тебя увидел! Здравствуй, дорогой, как дела? Ай-яй-яй. Сука, кто меня сзади настрелил? Лёха! Чё ты пытаешься этим сделать? Он, по-моему, тебя хочет. Во всех смыслах этого слова. Кто? Забрал! Опа, Лёха, сзади кто-то. Сзади. Меня пытаются убить, Лёха. Вижу ПТ. Меня убили. Пока. Я тебя буду палить в контору. Так, конторы. Лёха, ты контору вообще сделал себе или нет, чтобы палить? Лёха, снизу, слева. Снизу. Да снизу-то снизу, но, блин, там, знаешь, где-то спереди кто-то стрелял. Блин. Уйди, мелочь! Ой, говно. Ой, пиздец, дальше мне кажется. Лё... На! Не, не пиздаш. Чё ты там говорил, Лёха? Повезёт, говорю мне. Я тебе потом на запись посмотрю, что ты. Ну, покажется, не покажется, говно. Блин, у меня спина зачесалась, это плохо. Всегда, когда чешется спина у Данте, что-то происходит плохо. Ну, я говорю, после моей фразы... Ой, ёпта. Не попади! У, не пробил. Не попади, не пробил. Сука! Знаешь, я настрелял 922 урона. Красавчик. Блин. Вот самое обидное, вот когда ты начинаешь, когда ты настрелял, вообще все сделал, и тут, короче, ты понимаешь, что твоя команда говно выслились. Это самое фиговое, что может быть. Блин, ну если бы он меня второй раз не пробил бы, я бы все забрал бы полностью. Тогда бы ГГ изи, да? Не, ну, ну, в принципе, ничего бы не изменилось, сейчас скажу. Хотя мы прое. Ну, там мы, по-моему, ну, хотя бы мы красиво прое. Ёптать. Зашел на свою стену ВК. Ну, в свои новости, да? Столько себе интересных возможностей не видел. Господи, пипец какой-то. Слушай. Давай. Ты завтра во сколько примерно будешь? С утра где-то. С утра. Блин, так, а мне пол 11 топать в этот... Военкомат? Вот если, блядь, меня в военкомат пригласят, я, сука, твой адрес дам. Да давай ты будешь... Сука, блядь. В этот... В... Центр занятости. А, точно, я забыл. Вот набил, вот просто просто урон набил. Так, Лёха, если что, я в пятницу это особо с утра не смогу. А чё? Какое число у нас в пятницу? 15-е. А что, у меня 15-го, Лёха? Давай, вспоминай. Неужели ты станешь мужчиной? Чё, как хуйню ржёшь?